Еще один вопрос, Калёная. Паталгический артрит тоже вызывается паразитами. И почему с одной ноги по очереди переходят на другую стопу и со стопой на колено, друг за другом следом? Почему так долго длится процесс? Боли не дают двигаться нормально, а то и встать совсем не может муж. Голодание, компрессы, все делаем, да? Что можно еще? Можно еще почиститься от паразитов. Продолжается уже 3 года. А вы знаете, если вот на ту причину, а именно паразитарную, не повлиять никак, а допустим голодать, там еще что-то делать, то это практически мы стреляем мимо, мы не в ту мишень бьем. Нам надо именно вот в эту цель, а мы бьем рядом. То есть это разные вещи, важно это понимать. Поэтому голодание, компрессы, все делаем. Что можно еще? Почиститься от паразитов. Продолжается уже 3 года. Не может ли это быть болезнью кровеносной системы? А кровеносная система, с какого рожна должна заболеть у нас кровеносная система? Она может только заболеть из-за того, что что-то будет ей вредить. И, как правило, что-то это будет в 99% случаев, это будет паразит. Подскажите, пожалуйста, питание все время было неправильным, тяжелым. Ну, вот это вот тяжелое, тяжелое питание, ну, в смысле, я так думаю, это там белковое в основном, которое порождает то, что слишком много белковых масс, вот это вот... кислоты этой вот откладывается как-то, вот эти пуриновые эти основания. Слишком, короче, много азота. Все это дело вот в виде кристаллов может осаждаться. Почему она и к ногам идет? Потому что под действием силы тяжести все это оседает, вот эта вот масса. Кстати, здесь обратные позы очень хороши. То есть просто-напросто надо сесть, ножки поднять кверху. Я думаю, тут возможно и такие ножные такие ванны, возможно, скипидарные ванны будут очень хорошо действовать и на растворение вот этих вот солей азотных, и на циркуляцию крови, и заодно на то, что имеется в крови. Рост 190, вес 95, кроме антибиотиков ничего не назначалось. Сейчас хотим попробовать сами разобраться в своем здоровье. Ну вот мы уже с вами и начали разбираться. Смотрите, антибиотики приводят к тому, что вместо, допустим, бактериальной флоры на антибиотиках развивается грибковая. И дальше начнутся грибковые заболевания. Чистим от паразитов, меняем питание на каши. Если мясо, то с овощами. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!